Atlantic City. Приехали сюда не в казино играть, конечно же, а на концерт одной из самых выдающихся артисток современности. Нино Кодаманзе, друзья, в Atlantic City. Она просто энерджайзер. Даже смотришь ее по телевизору или по Ютубу, это просто amazing. Мы из Украины, она была судьей на шоу X Factor, и мы обожаем джаз, соул, трогает за душу, мы не могли пропустить. Я знаю, в Грузии тоже тяжелые времена, и мы с народом Грузии, и слава Украине! Я приехал с Филадельфии. Хорошо знакомы с творчеством Нино Кодаманзе, да? Конечно, 100%. Да, я ее очень люблю, как она поет, вообще ее стиль, ее абсолютно все. Мы были на последнем ее концерте 2 года назад, и мы были очень рады ее видеть и снова мы всегда ее ждем и рады видеть. Она наша любимица. Откуда приехали? Из Нью-Джерси. Кто из вас слушает Нино Кодаманзе больше? Мы танцоры. И поэтому с ее творчеством мы знакомы через танцы. А я недавно делала постановку с ее музыкой. Вот поэтому очень хочется сегодня получить эмоции, вдохновиться. Хочу спросить вас, сегодня у нас такой последний концерт в рамках вашего американского тура. Да. Расскажите о ваших впечатлениях, все ли города гостеприимны. Те встречи, которые у нас получилось со своими слушателями, это было незабываемо и фантастически. Я не знаю, как я могла жить без этих чувств. Как вы считаете, что помогает вашему зрителю расслабиться и переключиться? Важно соединиться со слушателем и чувствовать этот пульс. И я же знаю, мои сограждане или все слушающие, которые пришли туда, как они живут, как они уехали, почему они уехали, что такое скучать по родным людям, по детям, по матери. И есть единственное желание как-то через музыку, и словами невозможно обнять всех, а через музыку это возможно, чтобы обо всех говорить и любить, и сочувствовать всех. Спасибо вам большое. Я знаю, что президент Украины Владимир Зеленский вас наградил орденом. Да, я узнала. Ольги за особые заслуги. Я считаю, что вы заслуживаете гораздо больших наград, почетов, оваций, аплодисментов, потому что та музыка, которую вы дарите нам, это бесценно. Это в самое сердце, в самую душу. Спасибо вам большое. Моя самая большая награда будет победа Украины и той любви, которую я чувствую, которую я вот, несмотря на сложности, несмотря на войны, я чувствую в Украине, когда я приезжаю. Лучше награда не бывает. Конечно, как-то, если ходишь на земле, все очень приятно, и, естественно, благодарность огромная от меня. Каждая следующая секунда ты думаешь, чтобы все остались живы. Вот это важно. Остальное, если возможно будет, чтобы как-то вот этот в жизненной придуманной истории как-то будем радовать друг друга, это тоже хорошо. Но сейчас нужна сила, очень, очень много силы, чтобы остаться. У меня есть фонд Нино Кодаманзе,
который сейчас вернусь, и мне придется очень много делать. Мне очень важно, чтобы хотя бы 5 человек думало, что я там, в этом городе, где, что они не почувствовали себя, мои украинцы не почувствовали себя одинаково. Это самое-самое-самое любимое, чистое, сильная моя Украина. Я молюсь, чтобы скоро настала наша победа.